бы будки охраны никого нету. Пусто. Мониторы только стоят выключенные. А закрыто? Да, вот как-то. Да, закрыто. Дверь такая массивная, ворота массивные. Райниса 65А. Ну, людей уже никого здесь нету. Да, можно пойти попробовать поговорить с соседями, если найдем. Забор сколько метров, Виталик, как ты думаешь? Я думаю, метров 50, если отсюда до туда. Нет, высоты. А, высотой где-то это 3 метра, 3,5. Давайте позвоним в соседний дом. А вот дверь, кстати. Ну вообще там никого действительно нету. Гляньте, там вон даже остался стоять, по-моему, один монитор только. И все. И ничего вообще. Да, системных блоков нет даже. А как же, а может быть через забор попробовать залезть, Виталик? Ну, вот здесь, кстати, можно попробовать в этом месте. Щелку где-то. Нет, там ничего не видно, елки какие-то стоят. Попробуйте, нет? А вот это их дом, Виталик? Вот здесь как-то странно, Райниса и Абрикосова. А. Написано Абрикосова. А здесь, наверное, у них спортзал какой-то, лянь, такой какой-то. Ну, видишь, вентиляторы работают. Слушайте, ну, конечно, забор тут такой. Закрыто там? Да. А может постучать? Постучался. Никого нет. Давайте, может быть, сядем в машину и проедем? Да. Чтобы нам не ходить так далеко. А почему нет? Работает. Мы действительно забыли. А вот что здесь интересно? По пятому каналу? Да, они ночью уже включили самое такое время. Ну, что будет? Ну, вот тоже вот это его забор. Нет, я сейчас был. Я скажу, они ждали долго. Уже забор где-то 4 метра. Да, тут есть.